Stress Reload ist. HMS Reload Esk или перезарядка. Карта Shadow Mana, клан HMS, сервер Hardmaps, операция эскалация, миссия проходится под АВ-2. Какая-то интересная карта, сделанная чисто под операцию эскалация. Тоже какие-то речки используются параллельные. Голубые реки, можно назвать эту карту. Но между ними перемычка. Перемычки такие вот. Без змеек. Короче, от X надо в южном. И тут под базы сделаны места. Ну, такие карты, это из эскалации взяты. Короче, надо в южном направлении пройти. Точки А, Б, С, Д. Какой-то Д крупный комплекс, Б небольшой, Д большой. Свернуть на запад, переправиться через реку. И вот в эти, на эти площадки, где много карьеров. Точки Е, Ф и Ж взять. Так, ну увеличим. Ну, Викс, какая-то техника стоит. В каком-то здании начало. Так, А и Б это... Какие-то здания небольшие. Назначают такой. Какой-то небольшой, может, какой-то храм или нет. Или лагерь небольшой. С и Д. С это тоже какое-то здание. А Д это какой-то, не знаю, городок такой, может, небольшой. Или поселок. Ну и, наконец, в конце... Е тоже какое-то здание, видишь? Все точки в здании в каких-то. Так, а еще и Ж точка. И тоже в здании в каком-то. Какой-то комплекс небольшой. Ну и точка Ж. Так что получается А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж. 7 точек. Вот такой общий вид. Так, теперь прочитаем по-быстрому. ХМС Релоатеск. Перезарядка. По сообщениям, в этом районе были обнаружены тренировочные лагеря повстанцев. Поэтому вам снова предстоит прогулка по джунглям, чтобы обезопасить территорию. Численность повстанцев неизвестна, поэтому будьте начеку. Они могут быть где угодно. Цели. Первое – уничтожить всех повстанцев. Цели – Браво. Второе – уничтожить всех повстанцев. Цели – Дельта. Третье – уничтожить электростанцию в цели – Дельта. Четвертое – уничтожить всех повстанцев в цели – Фокстрот. Пятое – уничтожить все оружейные ящики в цели Фокстрот. Шестое – достигнуть финальной путевой точки. Примечание – дождитесь, пока вертолет приземлится. Карта ХМС Reload Esk или перезарядка. В общем, короче говоря, А – это проходная точка, С – проходная точка, Е – проходная точка. Это проходные точки. А в основное, в общем, действие Б, в Б находится электростанция. Нет, вернее, подожди. Не в Б, а в Д электростанция. Браво просто всех перебить. Дельта электростанция. В Ф находятся оружейные ящики. Вот такая история. 6 задач. Сейчас посмотрим, что это такое. Так, вначале давай поглядим сразу. О, лес поет. Так, ну вот подписи. Подписей мало. Таргет Браво, цель Браво, таргет Дельта, таргет Фокстрот. Так, а Ж не подписано. В общем, короче говоря, тут все эти цели в тех же самых точках, так что очень удобно. Такс. Так, вот эти задачи. К счастью, все эти задачи в отдельных файлах находятся, поэтому их можно...
просто переписывать и переводить. А так было бы с экрана очень и очень сложно. Я-то поначалу не знал, с экрана приводил. Но смотрю, там текстовый файл есть. Так, начало в лесу белого домика. Там машины вон стоят, классно. Такое озеро прикольное. Ну-ка, купаемся. О, голубоватая вода такая хорошая. Мутноватая чуть. Как хлорированная, напоминает. Такс. Ликвидируйте все формирования. Велкам то ХМС релават. Так. Элиминаты All Forces от Weapon Bravo. Элиминаты Resistance от Weapon Bravo. Ликвидируй сопротивление в путевой точке Браво. Так, вот такая вот история. Шесть метров до точки. Лес, туманный лес. Стоят два грузовика М34. Это полезительное, так сказать, дело для нас. Так. Так, ну вот с них и поедем. Так, а если подняться, там, наверное, хрен что увидишь. Ну, заберись. Ладно. Ух ты, блядь. Что постреливают? Готов. Так, а вот какая луна поднялась. Так что не зря... Ой, подожди. Не зря поднялся. Вид очень красивый на белый дом. Белый домик миротворцев. Где началась операция. Луна быстро всходит. Такс, ну что делать? Наверное, на машине поедем, да, наверное? Зачем пешком-то бегать нельзя? Сейчас поедем. Ночью, значит, идет операция Луна взошла. Так, поехали. Ну и приближаемся уже. О, козел, сейчас собьем его. Спасибо. Вот тебе и Вот тебе и два. Как всех заглубают. Гранатомет. Сука, там снайпер. Били. Возможно, я когда-то эту карту проходил. Но точно-то не помню. Но может и проходил. Могут в лесу негодяи возрождаться. Плохо, поэтому надо как-то внутрь залезть. Иди нахер. Орет. Укризан. Блять. Там, слушай.
Или к ограде надо прорваться, или еще что-то расстреливают. Скрин уж потом делать. Ну, понятно, что врагов не так много в лесу, но встречаются. Классную карту вот никак не могу найти. I'm not done. Вот, кстати, всходит солнце. Где можно по лесу ходить. Без вообще нет путевых точек. Просто патрулировать лес надо и определенное количество негодяев перебить. Такая отличная карта, можно просто гулять как бы. Но нигде что-то не найти. Так, он там козел. Так. Где-то могут быть, видишь, там пулеметы. Так, вот пока нифига не видно. Суки, эти пидорасы тут бегают. Так, вон там гранатометчик. Готов. Так, становиться, чтобы за ветками. Ух ты, блядь, где-то рядом. Да. Ну, сука, где-то пулемет. Ну-ка, давай-ка сбивай его. Слышь, блин. Все, готов, готов. Там наверху стоял пулемет, готов. Ну, сейчас пытаемся приблизиться. По скрину, скрин бы какой-нибудь сделать этого комплекса. Это гробнее, вон там, кстати, точка сразу. Давай вначале точку возьмем, потом уже скрин. Блять. Сука. Ну, давай тогда что сделаем? Сходу туда, на грузовике. Там еще расстреливает пулемет. Грузовики как-то странно далеко поставило от точки. Сходу туда, давай на грузовике. Это послевоенный грузовик. Сразу после войны его начали выпускать. Потом дизельный, немецкий стали ставить. Тело есть, чувака. Ну-ка, как сюда? Да, блядь, куда ты подъехал-то, ёбатый? У, сука, блядь, ты пизда. Кидай парализатор. Пошел. Все, взял, взял. Так можно и обломиться. Так, ну теперь грузовик можно открыть. Все, точку да я захожу. Козел. Сука. Вон там пулемет стоит на руине. Ну, точку я взял, молодец. Так, вон там где-то он. Готов. Это, кстати, такое проходное, знаете, дворик такой. Видишь, по сути, это точки тут в виде таких проходных двориков сделаны. Наверное, все такие будут. Вот все, я тут захватил.
Точка А. Не знаю, внутри безопасно, может быть. Или они могут пытаться и вовнутрь вживаться. Тут не поймешь. Такой дворик. Старинный дворик. Каменный дворик, да, получается. Да, закрепился я внутри. Тут надо сходу просто подъезжать на грузовике дойти. Там он какая-то башня торчит. Надо бы как какой-нибудь бы скрин сделать. Такс. Ну как-нибудь так. О, сука, подожди, подожди. Так. О, зараза. Сейчас надо туда будет прорваться, туда. В Б. Их там всех перебить надо. Какое-то монолитное такое здание. Как туда входить? Вроде с западной стороны. Можно войти. Туман такой белесый над лесом. Грузовик взорвался. Туман то больше, то меньше становится. Это именно в эскалации добавилось. Тайфун-то вообще не таких. Нет истории, как туманы. Так, ну-ка, ну-ка. Так, пулеметы. Блять. Это снайпер. Хибошит. Так. Давай смотреть, там снайпер. И просто автоматчик. Так, вот этих негодяев поубивали. А это что такое? О, сука, подожди, там кто-то сидит. Я не вижу откуда. А во, все, нашел. Газел. Там он наверху был. Тут ведь маска Оникса, да, ведь похоже? Слушай, опять снайпер. Надо всех зачистить. Так, такая место. Ты, блядь, сука, там пулемет. Ну, надо продолжать. Пока я только могу сказать, что надо продолжать. Ух ты, блядь, смотри, смотри. И козлы из леса выскакивают нехорошие. Ну, будем сейчас все равно пытаться закрепиться. Вот давай. Так, пулемет готов. Блять, снайпер прибил. Так вот там он не на маске, на маске, на маске. Сейчас они эту маску как скрутили. Еще и скрин не дадут сделать. Что-то их тут много бегает. Вот солнце взошло. Ну мне бы скрин сделать. Какой туманный лес. Не дают пока, падла. Фу, падла. Такс. Сейчас, ну-ка, ну-ка. Блять. Так вот. Вот теперь не лай. Так, он еще один. Руины паскуды эти охраняют. Ой, какая голова. Они как идола его сделали. А вот здесь вход у западной стороны. Они ее охраняют. А,
Там он внутри дохера их. Так, хорошо. Так, тут это выхи можно брать. Скибется. Ну, снайперов уже мы знаем, что наверху снайпер стоит. Там еще кто-то мастерится. Надо проверить. А, вон тут точка Б, кстати. Ну, берем. Так, вспышки тебя выдали, негодяй. Тут бета открыто стоит, кстати. Ни шиша, она не закрыта. Такой вот тоже руине. Суки, постоянно обстреливают. А ТВ-хи можно взять. Ой, блядь. Небезопасные места, к сожалению. Так, мы обойдем, чтобы там на стенах никого не было. Да вовнутрь уже пойдем. Ранний восход. Так, ну тут, наверное, никого нет. Так, ну такой вот вид. Надо бы нас скринить хоть немного. Это гробница, короче. С идолом. Да. Гробница лесного бога. Знаешь, какая страшная башка. Плохо, что цвет теней так играет, что его... Ну, может, его, кстати, из ракетницы покрасить сейчас. Ну, можно попробовать. Видишь, тени играют на нем. Идол. Кстати, он смещен относительно. Ты чё, сука? Я стою, наблюдаю, а ты пытаешься еще и прикокошить. А я ведь просто наблюдаю, я тебя не трогаю. Скотина какая-то. Нехорошая. Так, давай ему попробуем сейчас вот этим выстрелить. Ну, этим, которые ракетницы. Чтобы, может, рожу покрасивее заснять. Это что-то больше больно, она темная. Ох, пасть, смотри. Как будто у него пасть горит. Поярче его там сделаем. Блять! Пидораска! Где она? Сука ты, блять, не дают на секунду сделать скрин. Уроды. Все, он и уже и прогорел, блять. Из-за этой мрази. А теперь я не точно попал. Они не дают ничего сделать. Тарахтят, блядь, и достаточно.
Давай поскорее. Их не дают делать скрин. Поточнее в пасть попади. Разожжем огонь идола. Успокойся, блядь. И давай делать здесь скорее стрим. Козел, и, блядь, эта сука вылезла. Ублюдина. Ну ладно, я уже, наверное, скрин-то сделал. Ну, теперь давай опять возьми снайперку. Сейчас волнуйся. Кстати, обрати внимание, ну как бы, как это сказать, эта арка чуть смещена относительно входа, ну идол этот, идол, арка идола, относительно входа вот туда, вовнутрь, ну пошли. Сейчас бросим туда парализатор, ну тоже там такое здание, сейчас пойдем его из огнемета вычислим. Так, тут какая-то лестница. Так, блять, добили. Там он на лестнице один еще стоял. Две лестницы на лестнице. Пидорас. Так и лезут. Видишь, эта арка-то, в принципе, отдельно стоит. Как на совершение, как ноги. Ну давай, парализатор. Так, тут вот можно подняться на балкон, получается. Ну вот, идол сам стоит. Ну так, тут особо ничего интересного нет. Здание такое двухэтажное. Будешь это не поднимешься на крышу. Сука, давай-ка, а то сейчас убьют. И, кстати, на фоне листвы очень плохо видны. Листва темная. Так, ну вот мы внутри. Видишь, относительно что-то входа смещено. Смещена этот проход. Так, ну и идем сейчас наверх. По лестнице. Так, подожди, а еще давай под низом посмотрим. Там тоже кто-нибудь может быть. Прыгаем. Наверняка кто-то есть. Тут негодяев не должно быть слишком много. А теперь наверх кидаем тоже парализатор. Это небольшое здание такое. Я так его недавно проходил, вот где. Какое-то в виде трона такое здание. Так, и просто их выжигаем. Музыки чё, все перебиты или ещё туда сколько? Что-то не пойму. О! Ух ты, зараза! Всё, зона очищена. Так, ликвидировать сопротивление. Ага, нормально. Ликвидировать сопротивление путевой точки. Браво, выполнено. Первая цель выполнена. Теперь вторая. Ликвидируй сопротивление в путевой точке Дельта. И уничтожь поверхоус энергоздание, энергостанцию, ну, электростанцию, энергостанцию, энергоздание. Третья задача. Вот там теперь к электростанции побежим, значит. Жаровни вон горят. Что-то там топчутся вовсю. Топчутся. Ну-ка, если в огонь прыгнуть. Наверное, тут безопасно. С
Что-то они сместили проход относительно арки. Ну так сделали. Такс. Так, ну тогда надо в С теперь проходную точку взять. Ну, на машине можно попробовать. Козлы. Так, ну надо уничтожить их. Да раз. Ух ты, гадина. Что делает? Да их тут много. Пока я в гробницу входил. Тут набежали чертяги полосатые. Так, ну теперь туда куда-то. Подожди. Сука, вот он сделал. Хуёво, опять все на X. Это надо туда ехать. Так, давай сейчас увеличим. Вдоль реки туда в X. Так, уже какая-то мразь бежит. Постоянно кто-нибудь да появится. Изучали. Так, ну берем теперь от ТВ. Что-то он жопой стоит. Нужно мне направление. Ну, поехали. А к С прорваться. Пока все, в принципе, просто. Такое тут озеро. Река, видишь, в виде озер стала. Образовались перемычки. У, блядь, в голову, сука. Прямо, видишь, с вершины горы получил выстрел в голову. Мразь какая. Так, давай туда ехать теперь. Блядь, знаешь, в голову ебануло все равно. Стараемся как бы кривее ехать, чтобы не прицелиться ему. Я жив-то их по лесу полно. Давай смахнем. А то грузовик придется брать, если что Викс возьмет. Да не, нет, это нормально. Все, все. Сходу взяли. Ну вот это, в общем, это легко, если точки можно брать сходу, даже на АТВшнике. Там где-то манда. Он слезает с горы. Ну-ка, ну-ка. Чё-то тварей этих стало больше. Ну-ка, ну-ка, там... Хоть они особо и не прячутся, но... Тоже ничего хорошего нет. Так что вот в такой долине находится точка С. Ну, опять каменный дворик. Проходные точки в виде каменных двориков. Во-во, бьются. Видишь, они тоже разбиваются с горы. Во, бьются, бьются. Теперь она к точке Д. Ой, блядь. Их ждет. Через гору, что ли, надо перевалить. Вот тут с этим компасом, блядь, постоянно теперь херня будет 270 метров. Через хребет, видишь, надо переваливать. О, какой там валун интересный. Под углом, видишь, валун находится. Так, ну переходим.
Блять, там их что творят-то, блять. Слушай, там вообще пизда какая-то. Ну, бежит толпа. Блять, добила, сука, сбоку. Они разбиваются, что ли? Идиоты. Сука. Круто. Разбиваются. Так, надо, короче, тут как-то закрепиться волнам. Мешают, видишь. Дожать. Уроды. Там не пошли. Так, патруль вроде тут весь перебили. Так. Ну, полетел вниз. И, блядь, сюда. С ПКМ ебает. Пидарас, блядь. Ой, эти ж разбиваются. Инсы наше достоинство. Блядь, там опять какая-то хуйня. Не знаю, как туда прорваться, к этой электростанции. Пока что-то не получается. Хребет смерти. Валун-то недаром надо. Да, не знаю, как туда закрепиться. Самое, наверное, херовое место нибудь. Ну как туда закрепиться, это непонятно. Слушай, там не патруль все время будет бегать. Это будет пизда тогда. Как туда спуститься-то надо, как-то слезть. Не знаю даже, как это сделать. Блять. Ну да, место хуёвое. Попробовать туда на грузовике, что ли, прорваться. Что-то пока там непонятно, вот что делать. Никак не спуститься. Козлина, это видишь, иногда и хорошую карту сделать, иногда какая-то пизда полная. Ну, под операцией для тайфуна они все, в принципе, проходные. Хотя есть тоже сложные. А здесь что-то какая-то непонятная вот эта хрень. Вон она, это не так. Броневик бы, сука, дали, или БТРУ, блядь. Можно ли вообще переехать? Блядь, мне не проехать.
блять, там что делают, гады? Ну и что там идет? Там у них идет регенерация, это, блядь. Ну да видишь, БТР, падлы, не дали на этих валятся. Да, место хуевое. Наверное, слушай, не тут надо у луна пытаться, туда вот дальше обходить. Я на грузовике пытался проехать. На грузовике тоже ничего не получилось. Пока какая-то хрень. Это снайпер, блядь, окрысился. О, блядь, там снайпер ебется. Какой-то макушке сидит снайпер. Блять, добили. Дас. Тогда сбился. А если вдоль реки туда попытаться пройти? Вот здесь через хребет перевалить, да вдоль реки. Постоянно пытаются расстрелять. Некоторые не бегут, а тупо со склона стреляют. Что-то место херовое, блядь. Непонятно. Ух ты, блядь, сука. Откуда бьет-то? Какой интересный островок, как какая-то рыбина с кустом. Блять. Что-то начинается какая-то хуйня, блять. На этом прохождение это и застопорилось. Грузовиков нету. Так в воде попытаться пройти. А где он? Что-то я не вижу, откуда стреляли. Из воды, что ли? Блять! Он там пидорас под у берега сидит. Блять, ты сука, как ты расстреливаешь. И на грузовике туда проехать. Получился разбиться. Пизда полная творится, короче. Это место. Так.
Блять, нихуя ничего не получается. Я не знаю, что делать. Я там что-то пока ничего не выходит. Минометом туда и потрахать их. И что там попробовать. А и они там не возрождаются ли, эти уроды? Это вот непонятный момент. Там и пулемет где-то не перестает. Сука, да, надо броневик было этим гондоном ставить. Блять, сейчас ты уедешь. Или же можно попробовать точку Е спорить. А что это только даст? Так, я внутри. А где точка-то? Блять, до точки-то это ебочки. Она там внутри, наверное, в рядах торговых. На такой хитрости только удалось прорваться. Там заебешь не иначе. Там, надеюсь, нет регенерации. Бегают-то постоянно. Так, вот прорвались сюда к оборудованию. Но это все пока хуйня, ведь точка Д не взята. Такс. Сейчас он там побежит. Двор наполненный шпаной, как говорится. Точка-то там. Правда, пулемет-то подавлен. Все, авиабушка. Щитовую. Это не. Две щитовых было. Да, вот теперь тут надо еще и Казармы. Блять, щитовая еще одна. Блять, козёл. Всё, щитовая подавлена. Тут взорвалось. Так, ну-ка, там где-то еще стоит на балансе. До точки-то, видишь, еще далековато. 64 метра. Там городок небольшой. Thank you.
Надо предельно маскироваться, как говорится, иначе завалят сразу. Так, сука, блядь, кабил. Так и лезут. Там они за стенами стоят, ну за стенами так насрать на них. Сейчас из казармы той полезет. Подожди, еще не убили. Забегал. Попался. Так, вроде с улицы все перебиты. Ух ты, блядь. Блядь, добили. Вот суки, все-таки добили. Так я точку и не взял, нихуя, блядь. Хотя, ну, будем на грузовике, если что, пытаться, не знаю. Будем на грузовике тогда пытаться, если сейчас будет. Блядь, сука, их тут дохуя. Так, а где снайпер там? Блядь, где-то ебется снайпер на горе. Блядь, там снайпер. Ёбаный в рот. Там где-то снайпер. Да, ничего хорошего в этом нет. Пока не могу вовнутрь-то зайти по-человечески. Точку никак не захватить. Мы будем на грузовике сейчас, если будет облом, будем на грузовике опять. Уже пулеметы-то там подавлены, но я не знаю, кто-то меня завалил все равно. Я не смог подойти к командной точке. Вот, подожди. Вот мой грузовик. Ну, сейчас возьмем его и на грузовике будем пытаться. Тут скорее будем на работу. Блять, там пулемет. Ёбаный пулемет это. Блять, пулемет. Сука. Ну что, надо брать грузовик. Так, что надо тратить время-то? Возьмем грузовик. Да попытаемся сейчас туда прорваться прямо непосредственно к точке. Что какая-то ерунда творится, видишь, там где-то еще и пулемет стоит. Ну, надо тут сейчас на грузовике попробовать. Ой, когда все подавлено, не знаю, задавят меня и не задавят. Непонятно. Сейчас будем смотреть. Так, дворик у точки. Давай объедем левее. Быстрее. Так, Б проехали. Разбился этот хер, кажется. Блядь, сейчас! Завалишь машину. Тут надо правее точки цели. То есть южнее. Нет, я эту карту не помню. Я ее с первого раза. Блять, пулемет. Упор ебет пулемет. Ну я прямо к точке. Блять, ты куда ты скинул, блять? Все, пизда. Там на башне где-то ебется пулемет, короче. Все, обосрался, короче. Падла, видишь, выкинул не
не туда, а куда, наверное, в борт. Я ничего не смог сделать. Сука, блядь, и когда пытаешься выйти, ну-ка давай-ка для интереса проверим. Вот видишь, иногда нормально, а там падла порт. Все вроде как хорошо. Следит тело, блядь, порт по пулеметру. Ну, едем. Тут надо аккуратнее, можно слететь. Подтормаживаем. Видишь, прямо в воду можно слететь. Блять, он тебя еще и ранил. Ублюдок. Уебок, видишь, ранил. Там, блять, какая-то башня стоит с пулеметом. Сраная. Блять, пулемет. Давай сюда, подальше от пулемета. Берем точку. Все, берем, берем. Все, все взяли, взяли. Ну-ка, ну-ка. Как козел. Под довольно-таки плотным огнем. Ну все, взяли. Пулеметы подавлены. Вот эта башня, о! Все, задавили ее. Там еще снайпер. Так, все нормально. А тут башен нет нигде. Там тоже где-то долбало вроде. И готово. Вроде как не стреляет. О, сука, подожди, опять снайперша стреляет. Вот там еще вторая есть. Слушай, нет, тут где-то башня все-таки есть. Позырим. Откуда? Ну да, да, есть. Ты козел. Ха-ха, нравится тебе. Так, а где у них башня? Не вижу. Там где-то снайперша сидит, наверняка еще одна. Ах ты, блядь! Скотина. Вот их тут дохуя. Хорошо. Ну, нормально. Так, давай-ка, видишь, без грузовика это такая была бы хуйня. Даже уж я не знаю, смог бы я без грузовиков поступить. Очень и очень сложно. Так, а что дальше? Мостки какие-то. Какой-то ебанутый урод плывет. Так, тут можно, может, в точке Е проехать сразу. Так, ну давай сейчас посмотрим. Тут вот видишь, перемычки есть между этими руслами.
А точка-то есть совсем рядом, так давай попробуем туда. Вот единственное спасение на этой карте, чтобы грузовик Викси поставили, а то был бы чудес. Да, наверное, сейчас возьмем сходу. Все, сходу взяли. Все, точку Е можно взять сходу. Взяли. Какая-то была интересная карта, где там надо было где-то вычищать позиции, туда-сюда, как бы по ним мотаться. Может, ты вывел Боба или еще кого-то, кого-нибудь. Так что точка Е под моим контролем, все нормально. Мы еще Д не зачищены, но это никакой роли уже не играет. Такс. Используя грузовик, можно попробовать. К точке F прорваться, если получится. О, блядь, смотри, воду завез его. Уже эти есть сраные карьер. Тут, видишь, буераки такие. Слушай, он его не берет. Не заехать ему. Все, пиздец себе. Козел. Ну ладно, возвращаемся в точку D. Тут, короче, в торговых рядах эта точка. Блять, опять эта сука. А где она? Где? У, блять, как стреляет. Ну-ка, давай-ка. Пизда. Что там, по новой, что ли, у них? Ой, ну зачем сюда-то? Ну ладно. Если уж попал. Стреляй. Нажимай пока в точку D. Тут-то понятно, что ты захватил, но тут пока все еще не пойми в чем. Где-то надо в точке D закрепиться. Так, чуть поохоться. Хер, который тебя в грузовика завалил. Что-то буераки какие-то тянут. Ну вот там точка F. Где-то ничего не делаю. Блять, ух ты, сука, там пулемет. Да, там еще тоже поебешься туда прорваться. Ну ладно, будем сейчас думать. У, блядь, снайперши. Они обновились там. Ну, вроде бы все, я снял. Тут получается, как бы одна башня находится. С запада, а другая с востока. На западной-то сразу все снялись, а тут нет. Еще и толпа огромная носилась. Ну теперь-то все уже. Валун он громадный валяется. Руфануть его, наверное, не удастся. Наверное, такие обычно не руфятся. Так где ты прыгнешь, наверное, никак. Я тут не прыгну. Так, ну вот этот комплекс. Сейчас его надо целиком будет очистить. Врагов. Казармы стоят. Блокпосты. Торговые ряды. С командной точки. Такое место. Довольно-таки зловещее, как говорится.
Тут радиостанцию надо будет уничтожить. А, нет, вернее, не радио, а энергостанцию. Электростанцию. Электростанцию, да. Вот, видишь, командная точка. Очень сложная для захвата. Так, он там хер стоит, сразу вижу. Пушки щитовые. Эти козлы на какой башне обновились? Которая вроде бы с запада дважды. Так, ну будем проверять весь двор теперь. А, кстати, электростанция это вон там. Вот там, может, оборудование стояло. Ну, сейчас будем проверять. Блядь, сука. Эх, пидораска. Ну, опять ты сюда, куда не нужно. Блять, нельзя пробел, на свою мать. Пока еще рановато. Ну, тут уже конец карты. А тут тоже надо будет прорваться к этим точкам. Через буеракет. Блять, там пулемет. Сука, там ведь пулемет будет стоять. Так, вот здесь в торговых рядах что-то у них лежит. Ты сука. Вот в этих торговых рядах у них там что-то находится. Вот я проникал-то через это. Ну давай сходим, посмотрим. Я смог через стену залезть. Так, вот оборудование стоит. Наверное, это и есть энергостанция. Тем более у ней шум такой характерный. Ну так она примитивно сделана. Я думаю, это энергостанция. Ну давай подрывать нахер все. Не тратить время, сразу кидаем. Трансовые заряды. Уходим подальше. Так, цель уничтожена. Уничтожь энергоэлектростанцию, энергодо здание. Энергостанцию готова. Все, все уничтожено. Теперь зачищать надо сам городок. Не знаю, как назвать, надо подумать. Там-то лесной храм, лесной городок, может так назвать. Да. Вторжище в центре. Как говорится, не все ли равно, как его назвать. Стоит вторжище. Пока давай чистить. Так. Так. Но, однако же еще кто-то уцелел где-то. Проверим, может за дверью прячется. Нет, вроде не видать. На, теперь проверять станет, где-то кто-то, значит, прячется. Или в закутке какой-нибудь затаился. Или в блокпосте, может быть, даже. Где-то кто-то прячется. Скотина. Видишь, где-то могут прятаться, поэтому надо проверять. Так, вот крыша.
Вот сам городок. Зданий тут мало. Жилых, но есть. Давай все обыскивать везде. Скорее уничтожить. Негодяям. Так, что-то нету тут. Так, в казармах тоже не видать. Блять. Калитка-то пока закрыта. Тут, сука, ты берешь, что ты делаешь? Опять включаешь. Нельзя пробел нажимать, у тебя же захвачена точка. Другая уже. Это опасный пулемет. Это что, плохо? Блять, в упор пулемет это ебет. Пока, слушай, калитка закрыта. Нихера пока не выйти. Так, ну тут гарантированно вроде как все перебиты. Ну давай проверим быстро. Да, все перебиты. Оборудование уничтожено. Надо искать, где-то какая-то мразь спряталась. Ну давай позырим. Никого. Никого. А где она могла укрыться-то, блядь? Непонятно. Ну-ка, подожди. Да, задача не выполнена. А вот, вот, все, я нашел ее. Так, ну давай туда из огнемета. Все, все, зона очищена. Вторая задача выполнена. Его и точки дельта. Ликвидируй сопротивление в путевой точке Фокстрот и уничтожь все боеприпасы. Такс. Еще там финальная путевая точка. Ну, сложная задача. Че, почему сложная? Ворота, наверное, открылись. Там в упор опять будет пулемет стрелять. Не знаю, что делать. Сука, как неудачно сделал-то, уебок. На X зачем-то сделал, что включено. Ну, я, у меня уже захвачено. В смысле, хорошо. Там какие-то маски. Вот по маскам надо идти. Ну и куда они ведут эти мазки? А мостик такой сделан. У, блядь, их тут дохуя. У, блядь, козлы. Да ёб твою мать, а куда ты опять включился-то, блядь? Надо видишь через даже пройти. Блять, вот так или на рука и на рога сбросить через пробел. Ну правда это в принципе и не нужно. Я просто хочу посмотреть на местность. Куда она ведет? Блять, блять, раз. Причем оба. Так, ну поднимаемся. Так, поднимаемся. В
западном направлении идет. Так, тут дозорная эта вышка. Заруфить ее, что ли? Так, ну вот вид на этот городок. Мостки эти. Валун вон в воде лежит. А так больше ничего особо интересного тут нету. К точке я теперь надо идти. Я уже захвачен. По каким тут буеракам, блядь. Сплошные буераки по хребту. Сука, вот неудобно сделал уёбок. Что нахуй? Кто-то бежит. Такие виды на озера. Перемычка, кстати, по которой можно проехать. Ну, точка взята, поэтому. Хотя, наверное, теоретически пробежать тут все-таки можно. К ним. Да, вот эта точка. В принципе, наверное, можно и схода пробежать. А вот что дальше-то делать? Там ведь где-то пулемет. Точка Е. Точка Е. Последняя проходная точка. Такой тоже на долине находится. Вот там начало буераков. Так, ну все, точка Е взята. Можно было ее, кстати, сразу-то и не брать, честно говоря. Наверное, это может быть даже и ошибка была, потому что он там, кстати, какая-то мразь стоит. Снайперша. Я все время выкидывала на эту точку. Что дальше-то делать? Как туда пройти? Местность, вот эти карьеры тут тянутся. Множество карьеров. Как за какой-то затопленный или строительство недостроено, или какой-то объект затопленный. Там где-то пулемет, вот я его не вижу. В общем, такие карьеры. Блять! И тот тоже урод в дух. Так, ну теперь из точки Е надо продолжать это дело. Пытаться туда прорваться. После захвата Фокстрот, в принципе, уже операция будет пройдена. Это сейчас самое сложное. Блять, пулемет. Ну-ка, давай-ка сюда пройдем. Как глубоко, блядь. Тут надо где-то был... Ну, сука, там дохуя пулеметов. Нихера не пойму, там он... О, блядь! Сука! Ну я вычислил, он даже слушай, этот ублюдок и... Подожди, он их отметил? Он их не отметил даже, нихуя. Эф-то там находится в, тоже в таком дворике. Тоже в каменном дворике, короче. Да ты, наверное, не проедешь туда сходу. Подозреваю, там эти пулеметы тебе не дадут. Ну чё, попробуем как-нибудь их обойти, что ли, блядь?
давай по этой долине пройдем. Атаки вроде как патрулей прекратились. Ищи карьеры. Вот тоже квадратный карьер. Тут есть большие карьеры и поменьше. Угу. Это вот большие. Вода, кстати, мутноватая. Блять. Там, видишь, башня какая-то. Такс. Козел. Где эти, блядь, пушки? Блядь, ты, сука, в упор. Что-то надо делать, короче. Уж иначе это какая-то ерунда, блядь. Не так, не так не получается. Блять! Сука, я не знаю, что делать. Что-то пока не получается. Такое-то уже херовое место какое-то непонятное. Три лагеря, получается, повстанцев в гробнице. Вот в этом городке. И теперь еще на как карьерах какая-то оружейная, где у них находится. Они хранят оружие, эти суки. Ну как туда пройти, вот непонятно. На грузовике, наверное, хер проедешь под пулеметом, наверное. Ну давай дальше еще пройдем. Карьеров просто так и не залезешь. Врагов вот нигде никаких больше нет. Ну вот сраные пулеметы. И тут сразу карьеры. Видишь, карьеры тянутся. О, козел. Так, ну это хорошо. Ты посмотри. Вот я не вижу пока ни хера. А мне обязательно надо их подавить, обязательно. Задолбает. Непонятно. Так, точка. Блять, туда на рову порта хера зайдешь. Блять, все, пизда. Подожди. Ну чё, слушай, туда на грузовике никак нельзя подъехать. Что-то какая-то опять хуй да нихуя идет, я не знаю. Ничего не проехать никуда. Не закрепиться никак.
неплохо долбает. Блять, опять появились. Ну сейчас сбей этого, этого-то сбей. Вот так хорошо. Что-то хуевое там место, я не знаю, что делать. Упор расстреливают опять. Мне-то надо к точке F любой ценой закатить. Блять, какая-то пизда появилась. F в каменном дворике. Вот она. Вот давай сюда. Блять, ты сука! Ничего не вышло. Блять, нихуя ничего не вышло. Какая-то хуйня, короче. Не пройти нихуя пока. На грузовике ничего не получится. Прямо еще в лобовую стекло попало. Точки не засечены, откуда стреляют. Грузовик-то стоит. Где-то щитовая ебется. А я, кстати, вижу ее. Вот она стоит. Ну надо, подожди, подожди, аккуратно, аккуратно подавай. Вот все, эту мразь я снял. Одну щитовую я снял. Так, он там кто-то стоит. Побежал нормально. Да, на грузовике, видишь, что-то не получилось. Так, ну мне эта задача все-таки вот до каменного дворика. Блять, опять сука ты снимаешь, падла. Ну давай пытаемся там же и пройти, где, где ты сейчас прошел. Мимо этого карьера. По прямой, то есть к точке F. Ну я не знаю, если сейчас удастся там закрепиться. Так это будет уже зачищено практически местное оружие. Не знаю, оружие в виде чего, в виде крепости или ничего. Хер пойми. Сука. Ни секунды покоя, как говорится. Вон, подожди. Давай к точке бежим. Все, наконец-то я ее беру. Ага. Так, все, точка F под контролем. Не сами, но тут важно снять эту щитовую аккуратно. Карьеры. Блять, опять эта сука. На секунду-то надо встать, чтобы скрин сделать, она и это не даст. Ну, сейчас будем осматривать это здание. Так, все, теперь можно бежать в здание. На буераке стоит. Солнце веселое над лесом. Ты, блять, с
какая скотина, не дает на секунду встать. Просто посмотреть. Ну да, такое монолитное здание с аркой. Сейчас внутрь надо будет идти. Эта пушка стояла над арочным входом. Мы сейчас будем смотреть, что там внутри находится. А так все, я тут закрепился. Давай сейчас увеличим опять. Что там такое, сейчас посмотрим. Из остроконечных домиков вроде. Так, входим. Вот, стоп. Пушка. Блять! Сука. На секунду, видишь, чуть-чуть поглядеть нельзя. Так, ну сейчас все равно будем там. И там оружейные ящики будут в конце. Так. Готов. Еще так городок тоже. Это тоже не крепость. Это тоже городок, только из остроконечных домиков. Ну как, за крепостными стенами, может стать. Короче, вот. Надо эти улицы зачистить. Козлы. Против огонька-то не пошпоришь. Сука, там щитовая. Ну, давай продолжать. И последней, финальной точки там надо будет еще пробежать. Тут она недалеко. Сука, тут ты просто заебал вот эту стрелку, куда не нужно. Зачем на X-то ее включать? Блять. Тут, кстати, два таких пункта надо будет посетить. Тот двор и вот этот ту арку. Так, ну сейчас будем доделывать. А сюда гранату. И тут еще такой, тут как бы такой нижний дворик. Ну все, нормально. Еще там, правда, наверху надо будет посмотреть. Давай сейчас вначале, может быть, наверху посмотрим. Ну-ка давай-ка с картой сверимся. Тут может к выходу это дело, а может нет. Ну давай в начале здания, а то что тратишь время. Это кто-то бегает за стеной. Видишь, как тени гуляют. Так, ну идем. Кидаем туда парализатор. Огнемет сразу взяли. Так. Да блять, ну ебаный в рот. Неудача так как. Упор. Так, пошли.
еще кто-то там был. Так, как катакомбы какие-то. Только надо парализовать. Короче говоря, тут такой оружейный склад в этой катакомбе. В стиле как волк 3D под прямыми углами стоит. Интересно, эти ящики можно расстрелять или надо обязательно подрывать? А вот только целый надо подрывать, темный. Светлые и пустые можно так просто стрелять. Надо все равно все уничтожить. Так, вроде тут чисто. Теперь сейчас спустимся вниз. Сейчас побежим вниз. Тоже добьем ящики. Кто-то там упорно носится. Ну, слушай, ну-ка туда гранату. Так, вот этот ящик уцелел. Так, зона очищена. Все задачи выполнены, Фокстрат очищен. И теперь последний ящик подрываем. Подходим. Да, все. Уничтожьте боеприпасы. Уничтожьте боеприпасы, выполнены. Последняя цель. Reach Final Weapons. Достичь финальной путевой точки. Я не знаю, тут дырок никаких не открылось. Давай посмотрим. Или только через F надо будет бежать. Нет, что-то дырок никаких нет. Или есть все-таки? Не-не-не. Нет. Нет. Так, подожди, а как тут забраться-то? Или вот через это можно? Тоже сбивается. А да, вот тут есть. Ну все, городочек, городок, усил тебе в бок. Все, с городком все закончено. Теперь подожди, надо в точке Ж бежать. 368 метров, точка отель называется, хотя она Ж на самом деле. Ну, сейчас пойдем туда. В южном направлении, да? Там тоже просто каменный дворик, вот там и конец карты. Не знаю сейчас, как туда идти, надо будет подумать. Ну давай обходим городок, наверное, по этому оврагу. Да. Восточнее городка. Или вернее, западнее. Западнее городка. И идем к точке отеля. К точке шоссе. Так, надо прорываться. Так, лес наполнен всякими петиками. Ну тут при желании можно взять, конечно, грузовик. Если уж совсем пиздово. Вон, кстати, я точку вижу. Вон дворик ее. Тут очень удобно вдвоем можно прикрывать друг друга. С этого буерака. Так, зимой тут, наверное, на лыжах хорошо скатываться.
Ну и летом, наверное, можно на чем-нибудь скатиться. Так, ладно, идем туда уже к точке Жам, 170 метров. Видишь, задачи все практически выполнены. Последняя, шестая задача. Ну что, можно сказать, тоже на этой карте, так она не особо сложная, но были моменты, что долбануть могли запросто. Там, наверное, граница зоны операции. В некоторых случаях было сложно. Вот Дельта была сложная, Фокстрот тоже непростой. Ух ты, блядь! И тут атака. Блять, все-таки убили. Пидорасы, блять. Не смог сходу туда пройти. Ну ладно, идем по новой. Колобочек, колобок укусил тебя и в бок. Ну, Эноскавра. Какие-то твари крысятся. Ну-ка, там он сейчас вылезет, еще один. О, блядь. Маневрирует, как говорится. Ну, сейчас идем. Карьеры. Суки, во враге подготовили засаду последние уроды. Еще там, ну, тут как бы осушенный овраг. Вот они сидели. Так, финальная путевая точка. Вот эта точка. Все, точка взята. Ну и точка G взята. Все, все задачи выполнены. О, вертолет сейчас полетит. Говорит, дожидайся вертолета. Вот сейчас полетит вертолет за тобой. Сейчас пустят вертолет. Надо ждать вертолет, где у них тут. Наверное, здесь. Блять, сука. Ублюдки вы ебаные. Блять, иди нахер. Где это все? У, блять, их дохуя. Суки. Кто-то там разбился. Единственное, что хорошо, что они тут сами разбивают. Нам лучше спуститься. Здесь-нибудь вертолет на площадку сядет. А где вертолет? А вот все тарахтит. Откуда он летит? С востока. Approaching the LZ. Да блять, иди нахуй. Ты вначале прилети. Обстрелит. Вон, а вон чинук летит. Отлично.
Так, заскринил, пошел вертолет теперь. Давай, давай скорее. Дизайн карточки. Все. Сели. Так. Через 30 секунд взлетаем. Чувак сидит. Чуки вроде как не доступны. Вроде как ничего тут не доступно. 15 секунд. Уже одну минуту дали. Вроде и врагов таких нет. Энвейзевал. Козел уже. Энвейзевал. А где конец операции? А все, полетели. Все, здесь. Ты, блядь! Скотина. Да все, конец. Только чуть-чуть в воздух взлетели и конец. Еще и пришлось какую-то мразь убить. Джон набирает 2169 очков, 334 фрага, 58 смертей, 4 удачных попадания. Карта называлась ХМС Релоатеск или перезарядка от Шедоумана.